А теперь давайте повторим все буквы арабского алфавита по порядку. Повторяйте за мной. Алиф, Б, Т, Ф, Джим, Х, Х, Дал, Зал, Ра, За, Син, Шин, Сад, Дад, Та, Ва, Айн, Гайн, Фа, Каф, Каф, Лем, Мим, Нун, Ха, Вау, Я. Bir daha tekrarlayalım. Еще раз повторим. Алиф, Ба, Та, Фа, Джим, Ха, Ха, Дал, Зал, Ра, За, Син, Шин, Сад, Дад, Та, Ва, Айн, Гайн, Фа, Каф, Каф, Лем, Мим, Нун, Ха, Вау, Я. А теперь давайте повторим буквы, схожие по произношению, и научимся различать их. Первая группа. Алиф, Айн, Алиф, Айн, Алиф, Айн. Вторая группа. Т, дал, дад, та, т, та, дал, т, дад, дал, т, та, дал, дад. Третья группа букв. Фа, син, сад, фа, 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 син, сад, син, сад, фа, син, сад, фа. А теперь давайте обратим внимание на махрадж букв в четвертой группе. Ха, 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 ха. А теперь рассмотрим произношение букв в пятой группе со схожими махраджами. Дал, дад, та, дал, та, дал, та, дад, дад, дал, дад, та. Инди се, алтинчи группта
А теперь рассмотрим произношение букв в шестой группе со схожими махраджами. А теперь рассмотрим произношение букв в седьмой группе со схожими махраджами. Каф, каф, кеф, каф, кеф, каф, кеф.